Что такое спорт? Соревновательная деятельность людей направлена на выявление лучших интеллектуальных способностей и физических качеств. В оксфордском словаре спорт – это активность, связанная с физической нагрузкой, плюс навык, чтобы соревноваться. В бодибилдинге навык – это позировать, а удерживание мышц в сокращенном состоянии – это как раз-таки нагрузка. Как спортсменов оценивают на сцене? Конкурс красоты. Ты можешь иметь большие мышцы и выгодные пропорции, но без навыка их преподнести ты проиграешь. К слову, элемент субъективности судей присутствует и в других видах спорта. В фигурном катании это артисты, также есть художественная гимнастика, синхронное плавание. Даже в ММА судьи решают, какие удары были значительны, а какие нет. И из-за их оценки решение могут отдать одному из бойцов в конце поединка. Физические качества. У нас их 5. Быстрота, сила, выносливость, ловкость, гибкость. Чтобы нарастить мышцы и, соответственно, попасть на сцену, тебе как раз таки и придется воспользоваться всеми этими навыками. Без мышц ты просто не сможешь конкурировать. Даже если у тебя такие же сексуальные усики, как у Криса Бамстеда. Назови хоть одно физическое качество, которое оценивается у спортсменов на сцене. Еще раз, когда боец выходит в октагон, силу и скорость его удара никто не измеряет, но решение может дойти до оценки судей. Также и бодибилдер использовал силу и скорость, чтобы нарастить мышцы, чтобы потом конкурировать с остальными.